Здравствуйте, дорогие друзья, с вами доктор Труф, и это маленькое видео, такое даже, я бы сказал, объявленице, видео-объявленице для моих подписчиков, для зрителей, для тех, кому нравятся мои видосики, не только по Total War, но и вообще. Я таки добрался до игры Dishonored 2, я думал, что оно мне не пойдет сначала на компе, но в итоге пошла, короче говоря, все работает, все нормально, хотя у меня видюха слабая, но... Относительно этой игры, ну так нормально, нормально качество. Я все-таки решил пройти эту игру. Я хочу ее пройти, потому что я первую часть проходил, она меня прям вот прям впирала. Мне очень понравилась первая часть. Не знаю, как вторая, наверняка уже куча народу ее прошло там и куча народу видел видосы по прохождению этой темы. Но, так как я вне записи играю только в порноигры, поэтому я решил. Раз уж я решил это пройти, то я ее пройду. Сделать летсплей по ней я не буду. Я буду проходить ее на стримах, и стримы эти будут внезапны даже, наверное, для меня самого. То есть, если где-нибудь я приду с работки, уставший, и мне будет лень делать стрим на Warhammer, у меня будет мозг кипеть там, да, или еще делать какой-то стрим, например, какой-нибудь, не знаю, Skyrim, там еще на что-нибудь, не знаю. Лепить какую-нибудь видосовую пародию очередную, которую я задумываю там, или озвучивать какие-то ролики зарубежные, типа трейлеров фильмов, и я сяду и резко запущу стрим, чтобы немножко отдохнуть. Вот такая будет. Расписания никакого не будет у этого прохождения, но оно будет. Я буду обязательно, хочу ее пройти до конца и забыть. Ну, не забыть, в смысле, а и забить. Я, если игра хорошая, я не забуду ее. А если плохая, то и забью, и забуду, и забью ее морально. Ну, а вот так вот. А пока, чтобы это видео не было двухминутным, потому что мне нечего пихать в это видео, никакой рекламы я никому не даю, и никто меня не просит давать рекламу. Да. Я, пожалуй, пока начну, чтобы хотя бы минут 10 был видос, чтобы все не думали, что какая-то херня. Так, играть вроде надо за бабу. Я помню, что первый играл, но очень давно. Знаешь, что это достаточно крутая игрушечка. Я хрен знает. Я на очень высоком, я не буду себя мучить нафиг. На высоком, ну не знаю. Да я на средний поставлю просто и все. Если будет мне, блин, слишком уж легко. Да, на обычном среднем уровне. А пользовательский... Чё? Ага. Угу. Так, если средний сайт без ограничения, да, пока на высоком. Замедление времени. Восприятие врага. Если на высоком, да, вот так вот. Как обычно средний, да. Восприятие врагом объектов сверху. Угу. Видимость при выглядывании. Пипец просто, вот лица цвет потрясающе. Ограниченное выглядывание. И оперный театр. Ой, да. Какое замечательное определение. Ограниченное выглядывание. Это дальность выглядывания ограничена наполовину. Скорость воздействия усыпляющего дротика, дальность слышимости шагов, продолжительность поисков. Это, видимо, да, быстро вызываем Шерлока Холмса. Или собаку тут вызывать надо. А, поисков меня. Враги меня ищут, ну да. Обычное стандартное для Dishonored значение. Долгое, охранники долго вас ищут, прежде чем прекратить поиски, ясно. Подкрепление вызывается врагом. Восстановление здоровья обычное. Это стандартное. Урон от врага обычный, там, да. Групповая атака, групповой секс обычный. Частота группового секса тоже обычная. Точность врага в дальнем бою обычная. Тут все из поставления маны. Да, ну тут для хардкорщиков понятно, что высокий уровень. Но я, опять-таки, скилл игры вообще мои, как я играю. То есть я бы не особо-то охеренный игрок вообще в любых играх. Это же так, развлечение больше. Я для души играю больше, для какого-то поднятия скилла. Не участвую там в турнирах, там еще что-то. Все видели видос, где я в КС играл. Конечно, было смешно. Ну да, на среднем хер с ним пускай. Начать обучение, да и жопа. Давайте обучение сейчас пройдем. Темпе вальса. Я вспоминаю, как занималась с отцом после крысиной чумы. Как? Он говорил, что когда-нибудь наши враги придут и за мной. Хорошо. Русский язык. Не очень люблю эту тему, к сожалению, вообще не люблю, когда
Американские игры, да, творится. Да вообще, любые западные игры, когда озвучивают, в наших озвучание какое-то, ну, говно получается, честно. Лучше было бы оригинальный, но с субтитрами, так как это более погружает в атмосферу. Запахи и звуки Данолы не меняются. Это мой город. Так, у меня с мышакой вроде все в порядке. Ну ладно, это обучение. Warning. А чё вот это не перевели, а? Чё тут написано? Warning. Dangerous current. No swimming beyond this point. Не пересекать эту линию, короче говоря, эту точку. Опасная территория. Warning, понимаешь? Warning Brothers. Так. Здрасте. Нажмите Shift, чтобы сделать рывок. Фу, сухо! Интересно, что мы будем отрабатывать сегодня? А, мы еще будем что-то отрабатывать. Ну, Ваше Величество, посмотрим, да. Что ты умеешь. Я за бабу играю, естественно, конечно. То есть за девочку, которую спасли в первой части, по-моему, да? Я очень уже плохо помню историю Дисхонора первого. Фыча! Такой. Есть. Есть. Хочу есть. Так. Перепрыгни препятствия и потом подкат. Не понял. Быстрее. А! Я понял. Я знал. Assassin's Creed, что ли, ё-моё? Я знал, что получится. Так, опа, собрались. Что дальше? Так, надо забежать или что сделать? Наверное, забежать. Графику я себе поставил на, ну, выше среднего. То есть не идеальную, но и не говно, которое мне предлагают. Нажмите на Shift, чтобы быстрее. Нажмите, чтобы чего? Пробел, чтобы выплыть сразу, да? Опа, понятно. Давай, быстро, опа. Заберемся еще. Ой, вот нифига себе, как тебя заносит подруга друга. Давай, забираемся, все. А полотенце? Я же могу заболеть. Так, опа. Что такое? Что видел? Нажмите Ф. Здесь придется залезать. Именно Ф, чтобы взяться за нее. За кого за нее? Где она? За кого взяться надо? Своим Ф. Используйте его, чтобы подняться или опуститься, чтобы... А, все, вот она. Вот она. Возьмем Ф. И чё? А, зажать. Бать, и давай, используйте. Что, блять, что? Вот. Возьмите Ф возле цепи, чтобы взяться за нее. А, возле цепи. Ну, я все правильно делаю, блин. А! Вот. Господи, я думал, качал. Возле цепи, вот она, цепи. Так, прыгануть, да? Хотя. Все. Если бы можно было бегать и прыгать целый день. Теперь я бы не бегал и не прыгал целый день. Если бы можно было это не делать. Чак. Иди ко мне. Иду к тебе. Вау! Я что-то не понял, по-моему, да? Правильно прыгну, дотянусь до края. А, так я правильно прыгнул, ё-моё. Веревку там. Так я же вроде все правильно прыгнул, нет? Разбежался там, типа, прыг, скок. Ты ж, сука! Ты всё. Быстро учишься. Ну, ё-моё, Assassin's Creed мне в бок. Насколько ты бесшумно. Хорошо, давай посмотрим. Я не умею вести запись бесшумно. Так, ладно, скрытый режим. Находясь в режиме Се, чтобы перейти в режим... Пригнуться, прилушить шаги. В скрытом режиме вас почти не видно, прячьтесь за укрытиями и не попадайтесь на глаза врагам, чтобы вас не заметили. В скрытом режиме враги замечают вас с большим трудом, в особенности, если вы находитесь достаточно далеко, если вы находитесь сверху, а он снизу, и на границе из периферийного зрения, понятно, в тени, собственно, да, ясно. В скрытом режиме вы можете прятаться за столбами, за столами и за столбами. Чтобы отвлечь противников от себя, киньте в другую сторону палку, бутылку или будильник на часах включите. Сесть, твою мать, все, блядь, можно. Так, а Куанату, подберись ко мне незаметно, если сможешь. Все, отец все время твердит, как важно ходить бесшумно. Ну, кстати, вот это вот чуть ли не основная фишечка. Ух ты, какая хрень, а!
А чё ж столько мяса пропадает-то, лежит прям, там же, ё-мо, ну нельзя же так-то, ёперные ребят. Так, вон он ходит. Вот-вот, сейчас мы подберемся. Бесшумно. Опачки. Подприсели. Подберись потише и придуши. А кого придушить-то? Сейчас подберусь, что-то к тебе прибираться-то, ё-мо. Так, нажмите Ctrl. Опа! Понятно. А я бы... Ну ладно, все. Молодец. Да это не сложно. Вся в меня. Это пока не сложно. Потом, что? Так, что теперь надо? Его... Видеть, не слышать тебя. А-а-а! Настороженность. Когда враги начинают вас замечать, над головой появляется и индикатор настороженности, который постепенно заполняется полностью. Белый индикатор показывает, что ваши враги будут вас, сука, искать. Полностью красный, иначе они вас запалили. Оба, я присел. Не надо меня искать, со батя. Временем враг все равно тебя заметит, даже если ты на самом краю его бокового зрения. Да вот, ну не, на, не надо. Ну вот, не, не надо. Эй, батя, ты отвернись. Без звука. А я вообще ничего не говорю. Вот, ты пошел, я ушел. Все, что надо теперь сделать? Надо теперь ключик. Опа! Опа! Ничего не заметил. Джага-джага. Бегнись и подберись сзади. Да я все уже сделал, отец. Ты лажотер. Я все сделал. Я подошел, украл. А, кстати, вот забавно, да? Кто будет носить ключи прям, сука, на цепочке, прямо вот на поясе. Причем сзади обязательно. Так, берем арбалетик, замечательно, берем стрелы. Мне очень удобно эфкой, а ешкой привык это делать. А ешка это именно стрейфики такие, головой. Так, а можно... Что надо сделать? А, срубить бутылочки, да, пожалуйста. Ну. А, понятно, правой кнопкой мыши. Я думал, это блок. На, держи, все. Что тут париться? Все понятно же, да? Так, загляну в замочную скважину, кстати. Это надо зажать... И заглянуть. Вот это я помню, да, это клево. Это клево, да. Типа никого нету, все. Открываем. Дверь заблокирована. А чё так? Давай метроном. Чё надо сделать-то? Винтовая стяжка. Чё, да, попасть что ли надо? Чё надо сделать-то с винтовой стяжкой? А-а-а. Надо было попасть, я был прав. Крыса! Ха-ха-ха-ха, еда. Блядь, ребята, я бы на вашем месте отсюда бежал. Вас только что кореш разлетелся на куски. Так, прочитаем. Дух погиб. Отрывок произведения. Дух глубины сирены снов. Часами обратила вдоль берега, оставив Данвол позади, пока стена не... Волны сгрушили все чувства. Я рыдала, зная, что ты не придешь ко мне, любовь моя. Очень интересное чтиво для моей супруги. Оно не для меня. Теперь больше оружия и боевые тренировки. Хорошо. Так, тихо, ну секундочку, что, секундочку. Подеремся. Так, а можно я вот как бы сразу скажите, там что делать надо, да? Так, нажмите что-то на. Да. Хорошо. О, да. На еще, на. Хорошо. На удар. Еще. Да, в смысле, батя. Вся в меня. Все, что ли? Если на тебя замахнулись клинком, ставь блок. Хорошо. Какой кнопочкой? Контрол, да? Ой, секундочку, вы чё? Ёпта. Есть. Бать, ты чё? Чё такой злой-то? Воу. Батон. Неплохо. Да вообще надо было. Хорошо. Ты прирождённая драчун. Я ещё тот драчун. Давай, чё там у нас? Правильный дальше. Блок выбьет врага из равновесия. Так, хорошо, так. Ой, ой, ты меня порезал, батя. Ты охренел, что ли? Мне ещё замуж выходить. Сука, за главного героя. Ой-а! Разумно. На! Это остановит даже самого жестокого убийцу. Крысы побежали. В бою можно придушить противника. А, интересно, как? Так, хорошо. Так, Ctrl что-то... Опа! Опа! Что-то, подождите. Когда враг выбит из равновесия, его можно схватить, зажав кнопку... Ты из равновесия, это выйдешь. Спокойно, батя. Опа, вот так вот. Понятно. Это когда он начинает шатамбе небольшое. Когда враг выбит из равновесия, можно начать контратаку. Да ну я уже понял, ё-моё. Я уже... Все.
равновесия наноси смертельный удар. О, круто. Я не очень понял, как-то. А когда он из равновесия, если я буду кликать на кнопочку, я хочу знать, что ты за себя постоишь. Я постою за тебя обязательно. И когда ты попадешь где? В беду, ты будешь готова. Ну, я думаю, что да. Вот главный героиня тёлка, вот все Венен, теперешних реалий мировых. Везде у нас женщин. Даже когда ты... Даже когда, сука, вот начинается новая игра, там выходит, зачем там даже РПГ. Зачем убийство? Первым делом вам предлагают выбрать женщину почему-то. Ну, вот какого хода? Ну, что с этим миром не так, когда случилось? Ладно. Наемный убийца напал на дворец, где я родилась, и убил маму. Да, есть такое. Было дело, да. За власть, те, кто подослал убийцу, пытались сделать меня пешкой в своей игре. Ну, появился Корва, да. В этом. Но мой отец, Корва Атана, выследил их и уничтожил их заговор. Стоп, разве я ее батя? Была бы моя мать довольна мной теперь, через столько лет. Стоп. Теперь начался новый кризис. Разве я отец ее? Которое газеты прозвали королевским убийцей, первой части. Убивает моих врагов так, будто за этим стоим мы с отцом. А вот. И я не знаю, сесть мне на корабль, чтобы уплыть на край света, или казнить всех приближенных. Нормальный такой дилемма. Казнить всех приближенных, да? Вот я не знаю, что делать. Либо так, либо квад... Так, ого. Ох уж эта атмосфера здесь такая классная, прям отличная. Прикольная. Ушастый ты мой, здравствуй. Здравствуйте. Ваше величество. Да-да, это я. Мне уже не нравится эта церемония. О, меня коронуют. Клево. Наконец-то, впервые в игре... Все, вы готовы. Спасибо, Алексей. Открывай двери. Впервые в игре... Сука, мы начинаем играть сразу с короля. Хотя нас сейчас опустят, ну и там наверняка еще что-нибудь. Друзья мои, я думаю, что, наверное, на этом ее мы и закончим. Императорское величество Эмили Колдуин. Эмили Колдуин, да, здравствуйте. Мои верные подданные. Да. Сегодня мы собрались, чтобы почтить память моей матери, Джессамины Колдуин. Джессамины Колдуин. Да живет ее имя сквозь. Звучит как какой-то голландский живописец. У тебя усталый вид, отец. Здорово, каждый батя. Год надеюсь, что в следующий день памяти Джессамины будет полегче, но нет. Да ну ладно, вот ты заливаешь, думаю, у меня... Ладно, все. Я скверная императрица. Ты учишься. Не думай о провокаторах, и мы поймаем королевского убийцу. Королевский убийца, рано. Люди говорят, это ты, что эти убийства – отчаянная попытка защитить меня. Нет, кто-то убирает твоих врагов, чтобы свалить вину на нас. Ага. Вот бы сбежать от всего этого. Ты же не сидишь в заперти? Думаешь, я не знаю о твоих прогулках по крышам? Держись. Скоро все закончится. А жених у меня есть вообще? Жених там, давно я не знаю, принц какой-нибудь, там, барон, там, помидор какой-нибудь, сеньор какой-нибудь, помидор. Нет, ну? Или я в девственницах так... Меня женить надо. Выйти замуж за какого-нибудь немецкого, там, магната, там, аристократа. За эльфа на худой конец. Так, да. Прежде чем начнется церемония, у нас неожиданный гость. Интересно. Сэр Коноса. Рамзи говорит, у герцога особый Рамзи подарок. Рамзи пришел, ё-моё. Любопытно. Его светлость Лука Абеля, герцог Сэр Коноса. О, герцог Сэр Коноса, здрасте. Вот. Слушайте, а с оружием пускать? Вы, блядь, опасно. Как странно. В чем дело, Рамзи? Я таких не допускал. Ё-моё. Ваше императорское величество. Здрасте. И вы, защитник короны Корва Атана, уроженец нашей родины, Сэр Коноса приносит вам соболезнования и дары, что напомнят вам о нашей земле, восходящей звезде южных небес. Чё там мне уже очково? Мы благодарим вас, герцог. Ну, в принципе, да, спасибо. Не спешите, да. Ваше величество. Да, что? Вас ждет величайший дар — семья. Знакомьтесь, это пропавшая сестра Джессамины, законная императрица Далила Колдуин. Чего? Не может быть. У моей мамы была сестра. В смысле, это моя сеструлька? Моя дражайшая племянница. Ну, привет. Тетя. Тетя-то ничего такая. Ну, сисек нет, правда. Яков Колдуин. А Джессамина, моя младшая сестра. Ты говоришь, как немножко Терминатор. Я была не готова заявить о себе, и мне пришлось покинуть Данул. Теперь я вернулась.
Если вы и правда сестра моей. У тебя очень херово с актерским мастерством, подруга. А так да. Бедный мой воробуш. Я пришла освободить тебя от гнета корон. Ну, кто бы мог подумать. Отец обещал мне трон много лет назад. И вот. Я здесь. Прикинь, кстати, клёвый. Эмили Колдуин, дочь императрицы Джессамины Колдуин. Защитник короны. Пора тебе ответить за все убийства. Жизнь в моем дворце защищала тебя до сей поры. Услышьте все. Ваши законы. А как вообще допустили механических солдат? Ну, сейчас вот они начнут резать, ёпта, ну конечно. Далили первый! Арестуйте Эмили Колдуин. Спокойно, спокойно. О, тихо. Чё, все что ли? Спокойно. Секундочку. Господа, о, хорош, батя. Ух, ё-моё, ничего себе. Вау. Воу. Вау. Только... Ой, её нельзя убить. В смысле, вот так просто. Да ладно, только не батон. Только не батон. Батя. Батю такой, не убивайте. Да чё, тут все прям заговор, это заговор. Опа. И чё теперь? Играть за Эмили Колдуин. Ага, властительница островной империи, которую ее батя Корво Атано научил диктованию скрытому перемещению. Играть за Корво Атано, легендарный защитник короны, о делах которого рассказывают жуткие истории. Блять, а нельзя как бы сейвик сделать небольшой? Сука, нельзя? Ребят. Ну, короче говоря, вот так вот. На этом мы остановимся. За кого играть, мы выберем на стриме. Пишите в комментах, за кого сделать летсплей. Ну, не летсплей, а уже на стриме. Я же буду в стрим проходить. За кого проходить? За Корво Атано? Я не знаю, это может временно. Или за тёлку эту, Эмили Колдуин. Мне, в принципе, вообще центрово вообще за кого. Он, правда, старый балбес, а она просто тёлка. Мне не важно. Что ж, на этом все. Как я и сказал, стримы будут именно по этой штуке, будут внезапны. Внезапные будут стримы, но они будут, да, проходить эту игру, я собираюсь. Вот так вот. А на этом все. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видосом с друзьями, делайте репост, комментируйте. Вступайте в группу ВКонтакте и любите эту игру. С вами был Доктор Труф. Пока-пока. Yeah, yeah, yeah.